Глубоко уважаемый Анатолий Вячеславович, дорогие братья и сестры, друзья, воспойте Господу новую песнь, ибо Он сотворил чудеса. Восклицайте Господу, вся земля, торжествуйте, веселитесь и пойте, пойте Господу с гласом радования. В таком ликовании предвосхищал пророк Давид пришествие Христа. «Пойте, — говорит он, — потому что человек всецело предается пению и душой, и всем своим естеством. И только так нужно славить Бога, полностью до глубины сердца, без остатка отдавая себя. И мы сегодня собрались на хоровое вече, чтобы славить. И какой силой в нас должно быть ликование, потому что Христос уже с нами. Он учит нас быть едиными и в согласии, ценить человеческую жизнь, как драгоценный дар. И безмерно любить Бога, Церковь, друг друга и, конечно, свою страну, в которой мы свободно можем молиться в храмах, трудиться на любимой работе, иметь занятия по душе, вместе проводить время. Мы должны Отечество любить так сильно, как наши предки, отдавшие порой за нее свои жизни. И мы пением сегодня тоже восхвалим их подвиги. И мы внесем свой вклад этой встречей в прославление своей страны, своего народа и своей культуры. И пусть непогода помешала этому событию состояться на ступенях храма-памятника, где покоится в крипте прах наших славных воинов и пострадавших мирных жителей от злобы угнетателей и предателей. Но ничто да не отлучит нас от любви Божией. И мы, приняв этот знак свыше, теперь с еще большей искренностью, с глубиной смыслов, обратим наши таланты во имя Божие и во славу Родины здесь, в зале Дворца Республики, где проходят самые знаковые события нашей страны, где собирается Всебелорусское народное собрание и где сегодня, видимо, сам Бог определил быть хоровому вече на фоне храма памятника. Я Бога каждый день благодарю за то, что Он всегда со мною рядом, за то, что Он дает не то, что я хочу, а то, что мне на самом деле надо. С Богом, с праздником, со святым! Мы благодарим вас за теплые слова в адрес нашего хорового праздника. Занимайте, пожалуйста, свои места среди зрителей.